Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере на Ролиплей Центральный Округ. Мы не здесь Кирилл Путболов, и не забывайте уводить по ней регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня снова серия. Как я говорил, сегодня мы будем выполнять квесты. Я снова без ватпака, мне его скинул Александр Котов, за что ему большое спасибо, но я его забыл установить, короче. В следующей серии по-любому будет ватпак, я его скачаю с Google диска, и все будет нормально, пацаны. Ну, я надеюсь на это. Короче, я вот уже здесь нахожусь, в принципе, прилетел на вертолете, и давайте сейчас отправимся к Санте и возьмем у него первое задание. Я честно не знаю, что там за задание, но давайте посмотрим. Так, подходим, нажимаем Alt, задание. Здесь написано текст, в принципе. Какое здесь задание? Для выполнения задания необходимо ответить на несколько вопросов. По завершению работы ты получишь свой новогодний подарок. Так, принимаем награду, у нас 2500, 5 закоинцев, 2 снежка. Когда был основан Центральный округ? Блин, вот этого я на самом деле не помню. Когда был основан Центральный округ? 16-го, наверное, или 17-го? По-моему, 16-го. Не, значит, 17-го. Да, 17-го, получается, числа. Кел был основан праздник Новый год. Наверное, Юлием Цезарем, скорее всего. Так, какое значение имеет праздничный Новый год? Последний год, будущий год. Большой праздник, будущий год. Как называется традиционный танец вокруг хоровод? Сколько резиденций имеет Дед Мороз в России? Блин, я даже не знаю. Фух, все, я выполнил задание. Там были легкие вопросы, в принципе. Я думаю, вы с ними справитесь. Так, давайте возьмем следующее задание. Получается, так, задание и новогоднее письмо. Окей. Так, для выполнения задания необходимо поехать к дому, который будет отмечен на карте, и забрать все письма, после чего привезти все Деду Морозу. Окей, все, принимаем. У нас появилась метка, и давайте возьмем вертолет и долетим до этого дома Деда Мороза. Вот, я прилетел к дому Деда Мороза, но какой-то у него не очень домик, конечно. Ну ладно, так, подходим и берем письмо. Вы взяли письмо, отправляйтесь в новогодний парк, чтобы сдать квест. Отлично, все. Реально на родине очень классный квест, интересный, в отличие от других проектов. Все, я прилетел, и теперь мы можем сдавать спокойно квестик. Так, подходим, задание. Все, завершить. Так, давайте берем следующее задание. Я не знаю, сегодня мы, наверное, не все задания выполним. Так, новогодняя елка. Окей. Для выполнения задания необходимо поехать в лес и срезать елку. Но для начала купите себе бензопилу для этого. А после чего привезите ее Деду Морозу. Награда за выполнение 4000 рублей, 15 закоинцев и 4 снежка. Так, а где мне взять бензопилу, мне интересно. Так, давайте тогда в репорт спрошу, потому что я, честно, я не знаю, где ее взять. Короче, мне ответила администрация практически моментально. Бензопилу можно взять на АЗС. Вот, заходим сюда, скорее всего. И здесь можно купить эту бензопилу. Так, смотрим. Бензопила, да, она стоит 1400 рублей. В принципе, покупаем и погнали пилить елочку. Ну что ж, я успешно долетел. Далеко пришлось, конечно, лететь. Ну да ладно. Так, Alt. Просто подойти, нажать Alt. А, да. И он, типа, все сам делает. Отлично, в принципе. Конечно, далеко пришлось лететь, но ничего страшного, думаю. Так, вы взяли елку, отправляетесь в новогодний парк, чтобы сдать квест. Все, пацаны, погнали, блин. Ну реально интересный квест, ну, согласитесь, ну. На других проектах не такие квесты интересные, как на родине. Здесь реально, ну, все понятно, все ясно. Все просто, ну, грубо говоря. Реально есть чем заняться. Все, я прилетел, теперь можем получить свою награду, в принципе, да? Да, получил свою награду, теперь берем следующее задание. Так, задание, и следующее задание — это аттракционы. Так, для выполнения задания необходимо купить билет на аттракционы. По выполнению задания нужно отправиться обратно к Деду Морозу. Окей, просто купить билет на аттракционы и все? И это все задание? Серьезно? Так, билет на аттракцион. А что я не могу? А, вот. Купить. Серьезно, такой легкий квест? Я думал, будет посложнее, ну ладно. Так, забираю сюда, да, свою награду, в принципе. Так, отлично. Реально все так легко и просто, блин. Новогодние игрушки. Так, для выполнения задания необходимо найти 10 ящиков с игрушками и привезти их нам. Так, принимаем, короче, это задание. Принять нажимаем. А где мне эти игрушки искать? Я просто не понимаю, где эти ящики искать. Короче, мне ответил администратор, он написал, типа, по всему Приморску, но по всему Приморску это нужно искать подарки, а не ящики. Короче, пацаны, я почти разобрался, вот такая вот команда есть, квест, и здесь есть, типа, вот, написано, что они разбросаны по окрестности, это значит, это здесь. Поэтому я беру вертолет и буду сейчас их искать, если буду находить, буду вам, в принципе, показывать.
Короче, чуваки, я перезашел, но почему-то метки по-прежнему нету. Как бы я перезашел, пишу команду quest, вот, и выбираю это. И нажимаю найти. Вот, нажимаю найти. Мне пишет, найди скорее в окрестностях потерянные ящики с новогодними игрушками. Я не знаю, где они находятся, поэтому, пацаны, я думаю, на этом будем заканчивать. И в следующей серии будем уже продолжать этот квест. Надеюсь, вы мне поможете с этими ящиками, потому что я не понимаю, как их найти, потому что у меня даже метки нету. А летать искать, это такое себе будет. Поэтому, пацаны, в следующей серии уже выполним, я думаю, все квесты. Поэтому с вас лайки. Кто знает, как найти эти ящики с игрушками, пишите в комментариях. Ну и играйте вместе со мной на родине, кто хочет. IP, мой ник будет в описании. Все, всем пока-пока.